В столице начал работу республиканский конкурс «Будущий дипломат». 54 школьника из 20 районов будут бороться за главный приз – обучение в дипломатической академии МИД России. Также Северо-Восточный федеральный университет предоставит лучшему участнику место на факультете экономики. В течение 4 дней участников ждут дебаты, презентации эссе и проверка знаний иностранного языка. Конкурс «Будущий дипломат» проходит уже 11-й раз. Организаторы отмечают, что ежегодно интерес у школьников только растет. В связи с трагическими событиями в Турции, вот это наоборот подстегивает нас, именно политологов, дипломатов, общественников Российской Федерации, быть именно всегда готовым отвечать на вызовы современности, даже на такие, как именно то, что случилось в Турции. А мы поэтому, отвечая именно таким вызовам и стараясь быть наготове, мы готовим кадры.